Попробуйте представить перед своим внутренним взором три животных. Двух животных и одно насекомое. Жука, слона и носорога. Попробуйте представить их у себя в голове и держите перед собой. Получилось? Есть. Хорошо. А теперь я буду говорить слова и попробуй слушать то, что я говорю, и одновременно не терять представление вот этих животных. Давай. Трансформатор, река, букашка, дерево. Я потеряла дворник. Животных, Саша. Не получается? Нет. Вот те, кто сейчас из наших участников проделал это упражнение вместе с нами, вы тоже убедились, что не выходит в сознание удержать сразу все. Оно может сконцентрироваться на чем-то, но это сложно причем. Когда мы пытаемся сознательно управлять нашим вниманием, результат получается плачевный, потому что любая штука может нас отвлечь, и дальше у нас все вываливается из головы, и сознание нам не сильно большой помощник, если нам нужно сразу много какой-то информации удержать.